Всем привет! Сегодня я расскажу о своем станке с ЧПУ, рабочее поле 2,70 на 1,70 м. Изначально хотел собрать станок с рабочим полем 80 на 80 или около того, но когда начал считать по бюджету, то оказалось, что большой станок от маленького сильно не отличается. Потому что и на большой станок, и на маленький нужен тот же шпиндель, те же шаговые двигатели, те же 12 кареток. А на маленьких станках обычно используются для привода винты ШВП, а на больших станках используется зубчатая рейка. И разница в цене между... зубчатая рейка дешевле, и разница между ними покрывает разницу в длине направляющих. Так как видео по постройке я не снимал, буду рассказывать уже на готовом станке. Итак, начал я с того, что залил две бетонные тумбочки, из которых через каждые 25 сантиметров выпустил шпильки под профильную трубу. Профильная труба, сечение 80 на 80, толщина 3 мм. К ней приварены уголки, по 4 прихватки, чтобы трубу не вело лишний раз. И теперь, подкручивая вот эти гайки, я смог выставить нивелиром вот эту трубу в одной плоскости, и выровнять в одной плоскости с той трубой. Вот таким нивелиром я выставлял свои трубы. Это оптический нивелир. Пользоваться им очень легко. Если посмотреть в окуляр, то картина примерно похожа на... как в снайперской винтовке. То есть она и приближает, и там есть такой крестик. Если поставить какую-нибудь... я пользовался кусочком линейки. Вот так сюда, в это место поставить и посмотреть. То сразу видно, надо опускать или поднимать вот этот сегмент трубы. Просто подкручивать гайки или откручивать. И так вот каждые 25 сантиметров я переставлял. Потом переставил на ту трубу. У меня получилось идеально выставить вот эти две трубы. То есть они и в плоскости в одной лежат, и еще и в горизонтали на одном уровне. Дальше к этим трубам я прикрутил направляющие. Это вал на опоре SBR-20. То есть диаметр вот этого вала 20 мм. Выравнивал тоже нивелиром. Но уже не в этой плоскости, а вот в этой. И так же само с той стороны. И потом делал балку. Балку портала я сделал из двух труб. Те же трубы 80 на 80. Толщина стенки 3 мм. Сжал их струбцинами и варил точками. Тут, наверное, сантиметров через 40. Боялся, чтобы их не повело. Выставлял эти направляющие тоже нивелиром. В принципе, тут пришлось в некоторых местах подкладывать фольгу, но самый большой перепад был, это 0,2 мм. Так что, в принципе, вот эти трубы попались мне ровные. Дальше эта балка ложится на трубу с линейными подшипниками. И так по ним катается. С этой стороны балка жестко связана вот с этой трубой. Сейчас пойдем на ту сторону посмотрим. А на этой стороне нет жесткой связи между балкой и вот этой трубкой с линейными подшипниками. То есть она имеет возможность вот так вот ездить по этой трубе. За счет того, что эта пластина прикручена к трубе с этой стороны этими двумя болтами, а к балке вот этими, то есть пластина может прогибаться немножко вот этой плоскости и позволяет балке скользить по вот этой трубе. То есть она вверх-вниз не может двигаться, и на меня от меня не может двигаться. Но она может двигаться влево-вправо. Получается, если где-то я чуть-чуть неправильно выставил, не точно,
или, допустим, балка нагрелась и удлинилась, то он раз проехал туда-назад и встал в свое новое место. То есть балка это скользит, и так снимается нагрузка с линейных подшипников. На оси Y я применил тот же принцип. То есть нижние линейные подшипники жестко связаны, ну, с этим уголком и с пластиной оси Z. А вот верхние линейные подшипники связаны с вот этой пластиной оси Z через тонкую пластину. Получается, эта пластина имеет возможность прогибаться вверх и вниз. Ну и тем самым нивелируется погрешность установки вот этих линейных направляющих. Ну и тоже снимается нагрузка как с нижних подшипников, так и с верхних. На этой же оси Y я применил еще довольно одно интересное решение. Вот этот болтик, и с той стороны еще один, они держат уголок с магнитами. Сейчас вставлю видео. Стоит вот так, и он стремится, ну, он не касается этой балки металла, но он стремится подтянуть вот эту всю ось Z, стремится подтянуть вверх. Ну, а сила тяжести, соответственно, вниз. И получается, что вот это вес вот этой оси, всей Z, он уравновешен, то есть она как будто бы не давит на линейные направляющие. Правда, не знаю, дает ли это решение какие-то преимущества. Ну, по крайней мере, теперь я стараюсь, если какая-то идет обработка по растру, то больше движений делать именно осью X. Ну, ось Z – это обычный швеллер. На него прикручены направляющие линейные. А подшипники линейные стоят на вот этой пластине. Ну и все, в принципе, оно вверх-вниз ездит. Стандартное алюминиевое крепление мне не подошло, понятно, в швеллер, поэтому пришлось сделать свое из трубы. Так, теперь перейдем к конструкции приводов. Ну, привод на оси X и Y у меня реализован с помощью зубчатой рейки. Видите, я не зря выпустил сюда балку. Как раз к ней прикрутился весь редуктор. То есть вот одна труба на 4 болта. Сейчас перейду на ту сторону. Вот вторая труба. Ну, здесь подшипнички. Получается, этот шкив крутится. Соединен с шаговым двигателем. А эта труба уже крепится с помощью уголка. Причем обычно здесь ставят ось. Ну, как система прижима, когда делают. У меня это просто уголок. То есть он немножко пружинит и обеспечивает прижим приводной шестерни, ну, к самой рейке. Вот такой несложный механизм. И станков никаких не надо. Единственное, что ремни слишком длинные. И иногда на больших подачах, ну, есть люфт. Хотя это даже не люфт, просто ремень растягивается. Вообще, по-правильному можно было бы вот этот двигатель с этой стороны установить. Ну, вот где-то здесь. И укоротить ремень. Тогда была бы жестче конструкция. Но у меня тут и так места мало, поэтому я решил это дело все сюда задвинуть. Потому что тут тогда бы негде было ходить. По оси X примерно та же конструкция. То есть есть вот этот уголок. Он немножко прогибается. Дает возможность гулять. Ну и прижимает сразу шестерню к рейке.
И рейк, обратите внимание, рейк установлена как можно ниже на балке. То есть я видел конструкции, когда рейка стоит сверху. И представьте, если карандаш это ваша ось Z, вот это, допустим, кончик фрезы, а вы ее пытаетесь двигать, вот здесь толкать. Ну, вот. А когда она стоит внизу, установлена, то вы уже этот карандашик двигаете здесь снизу. Ну и так намного проще, так намного жестче получается. Такая вот особенность. На всех осях у меня стоят шаговые двигатели с энкодером. Поэтому скоростя и ускорение у меня повышены, так сказать, относительно обычных шаговых двигателей. То есть по осям X и Y у меня скорости стоят 10 тысяч миллиметров в минуту. По оси Z у меня скорость 6 тысяч миллиметров в минуту. Довольно бодренько все режет, все быстро. Даже если программа показывает, что резко будет час, ну, особенно 3D-рельеф, там будет резаться час, то у меня он вырезает это за полчаса. Шпиндель стоит 2,2 кВт воздушного охлаждения. Я не хотел заморачиваться, ну, с этими шлангами, с помпами, тем более вести их на такую длину, на большую где-то. Поэтому купил такой шпиндель. И он, в принципе, меня устраивает вполне. Насчет шума, ну, он тоже сильно не шумит. По сравнению с шумом фрезы, вообще его не слышно. Станок у меня уже год как собран, я на нем работаю, ну, проблем никаких с ним нету. Как видите, собран он без особых каких-то специнструментов. Ну, единственное, нивелир, хотя, в принципе, направляющие можно равнять и другими технологиями. Там, по уровню, какие-то нитки натягивать. Ну, вот у меня был нивелир, поэтому я им воспользовался. В следующем видео, скорее всего, я буду делать другой станок, который будет меньше на ШВП, но жестче для металла. Так что ждите следующего видео.